Спустя год после выхода Gears of War на Xbox 360 свет увидела версия на PC. Год — не такой уж маленький срок для стремительно меняющейся игровой индустрии. Однако разработчики сделали все, чтобы проект не утратил своей актуальности и был также интересен пользователям PC. И кажется, им это удалось. Перед нами экшен высокого класса со всеми причитающимися жанру атрибутами. Безусловно, многие отметят элементы, которые версия для PC унаследовала от своего приставочного аналога. Однако сами по себе они не являются недостатком или достоинством игры. Просто особенность Gears of War. Первое время непонятно, в чем соль. По сути, игра представляет собой забитые монстрами арены, которые соединены между собой коридорами. Зачистили одну арену, прошли по коридору к следующей. Однако довольно скоро от этой немудреной и старой как мир игровой модели начинаешь получать настоящее удовольствие. В первую очередь благодаря сверхкачественной реализации. Едва ли не главная фишка игры – возможность чрезвычайно просто и эффектно укрываться от вражеских атак за многочисленными стенами, блоками и оградами. Высунулись на несколько секунд, постреляли и назад. Особый тактический шик – зайти к врагам с тылу или флангов. Все гениальное просто, и сражения в Gears of War по-настоящему увлекают. Особого внимания заслуживает сюжетное повествование. Сюжет грамотно раскрывается благодаря заскриптованным сценам и репликам твоих боевых товарищей. Сценарий стандартен для sci-fi боевика, однако следить за его развитием довольно интересно. По крайней мере, сюжетные вставки очень гармонично разбавляют суровый экшен. Gears of War на Xbox 360 удостоилась массы лестных отзывов в отношении графики. Спустя год мы вынуждены быть более сдержаны в своих комментариях, но ты сам видишь, игра действительно выглядит превосходно. Единственное, в чем можно упрекнуть разработчиков, так это в нарочитом минимализме. Хотя при желании его также можно рассматривать как игровую особенность. В остальном не перестаешь обращать внимание на разные мелочи, которые заставляют выглядеть Gears of War совершенно оригинально. Реализация режима бега, например, многого стоит. Дизайн уровней заслуживает самой высокой оценки. Великолепная архитектура полуразрушенных зданий и масса разнообразных спецэффектов создают совершенно непередаваемую атмосферу глобальной катастрофы. Перед нами, в общем, образцовый порт. Болезней в связи с консольным прошлым Gears of War выявить не удалось. Зато есть бонусы вроде дополнительного эпизода в игре, доступного исключительно пользователям PC. В общем, несмотря даже на то, что сейчас на дефицит хороших игр пожаловаться невозможно, мы искренне рекомендуем обратить внимание и на Gears of War.